Всем привет! Многие интересуются, как на фото сделать световой меч, или как его еще называют, меч джедая. Вот давайте в этом уроке это разберем. На примере этой фотографии дяди Мити. Сделаем из него джедая. Итак, есть у нас фотография. Надо создать новый слой. Вот здесь внизу нажимаем на квадратик «Создать новый слой». Вот он появился. Теперь переходим влево в панель инструментов и выбираем инструмент прямолинейное лассо. Вот из трех, вот как раз посерединке. Обращаю внимание, что основной цвет вот здесь внизу на панели инструментов должен быть белый. Теперь переходим непосредственно на сам этот слой. Вот представим, что это папироска, это будет рукоятка. Подводим лассо к самому краю. Кликаем. Отводим. Ну, примерно на такое расстояние, какое мы хотим, чтобы меч был. Кликаем еще раз. Чуть-чуть. Отводим в сторону. Совсем немножко. Клик. И ведем назад к этой папироске. И вот когда вы, если обратите внимание, появился с этим лассо такой кружочек рядышком, это говорит о том, что это будет выделение уже. Вот раз оно выделилось. Нажимаем правую кнопку мыши и выбираем «Выполнить обводку». В этом открывшемся окошке, где ширина, выбираем, скажем, 3 пикселя. Поставим 3 пикселя. Цвет белый у нас. По центру. Режим нормальный. Непрозрачный 100%. Нажимаем ОК. И теперь надо снять выделение. Опять нажимаем правую кнопку мыши. И в самом верху отменить выделение. Вот уже можно сказать, у нас, как вы видите, появился такой меч. Но нам надо его сделать, чтобы он выглядел как меч джедая. Поэтому переходим вправо, где слои, на слой 1. Нажимаем правую кнопку мыши. Идем вверх и переходим параметры наложения. Нажимаем. Где стили выбираем внешнее свечение. Два раза нажмем. В структуре выбираем, где цвет. Нажимаем на него. И выбираем цвет, который нам... Ну, какой мы хотим, чтобы этот меч был. Скажем, выберем какой-нибудь синий такой цвет. Окей. И теперь в элементах метод мягкий, размах корректируем. Вот чуть-чуть вправо ведем этот ползунок. Видим, что на фото уже появился у нас синий цвет, такая обводочка синяя. Так, тут вы уже сами корректируете, как вам уже понравится. И размер увеличиваем. Вот смотрите на фотографии, что происходит. Видите? Вот это уже настоящий меч джедая. Все, нажимаем ОК. Вот у нас дядя Митя джедай получился. Теперь нажимаем фон, правую кнопочку, объединить видимые. И осталось теперь только сохранить. Как сохранить, я думаю, вы помните. Идем влево, файл. Сохранить как? Вот, Любовь и Голуби, Дед Митя. Тип файла. У вас может высветиться Photoshop. Вы выбираете JPEG. И нажимаете сохранить.
Качество 12, да? Окей. Все, теперь можно это закрыть и посмотреть наш результат. Вот, пожалуйста, Дед Митя джедай. Вот такой урок, коротенький. Я думаю, он вам понравится. И вы эти мечи сможете применить на всех своих фотографиях. Так что, всего хорошего. До новых встреч. Подписывайтесь на канал.